Добрый вечер, мои уважаемые подписчики и гости, все, кто зашел ко мне на мой канал. Сегодня мы с вами погадаем. Вот. Погадаем, как обычно, на вашего короля. Так, итак, сначала мы сделаем диагностику. Вот, помешаем все карты. И посмотрим. Как там ваш любимый? В каких энергиях? Что у него там происходит? Давайте посмотрим. Так, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий для энергообмена. Вот, также не забываем про обратную связь. Итак, ваш король. Так. Ваш король. Давайте посмотрим, что у него там. 36 карт, 4 масти. Скажите всю правду, всю истину. Червовой даме. Девочки, у нас было полнолуние 25-го, и до полнолуния идет 3 дня, и после полнолуния очень сильная энергия. Загадывайте желание, имя вашего любимого или любимой. Мальчики переворачивают на девочек, девочки на мальчиков. Значит, разлучница у вас будет бубниха, как всегда, вы червовая, он крестовый. Итак. Так, что было? Сейчас посмотрим. Что было? Сейчас разложим. Потом я вам погадаю на Таро. Так, это что было? Что сейчас происходит? Надеюсь, всем видно. Камеру хорошо я поставила. Так, и что будет? Так, и так. Смотрим. Вот, смотрите, что значит было. Так, не буду я уже камеру тревожить. Ну вот, смотрите, что было. Значит, что было. Вот у него, значит, была дорога, разговор насчет денег, свидания, хлопоты. Вот, также, вот, знаете, он злится. И на свою бубновую, злился на свою бубновую даму, вот, с которой вот он разговаривал, вот, про деньги. Она с него просит деньги, у него просит денег. Так, и вечерняя дорога, разговор с каким-то другом. Вот, это что было? Что сейчас в данный момент происходит? В данный момент он находится с другом, вот, ну, здесь как бы неприятность какая-то, пустые хлопоты. Вот, также, значит, разговаривает о вас. Это ваша карта, вот, с крестовой дамой. Также, значит, он у себя в доме переживает и из-за вашего неприятного разговора по своей любви и очень сильно переживает. У него идет любовная сильная болезнь. Также он надеется на ваш дом. Вот сейчас интерес к вашему дому содержит и любовь к вам. Что у него будет? Что будет? В крестовом доме у него будет интерес. В своем доме он содержит интерес к какому-то благородному королю. Может быть, это брат, может быть, друг. Вот, также, вы знаете, будет у него интерес к вам, но, как бы, вы знаете, удар
он получит через вашу любовь, через ваш разговор, через свое свидание и свой разговор с вами. И интерес он получает удар и неприятность. Вот. Также тут проигрывается, что у него есть друг. Вот. И хлопоты по... будут хлопоты по бубновой любви. С каким-то будет королем разговаривать. Вот. Также будет разговаривать о вас. Вот. Хлопотать будет о вас. Но все как-то неприятности у него из-за вас. И бубновая дама, она уже у него в прошлом. То есть с бубновой дамой вот у него идут неприятности, холодная постель, неприятный разговор. Вот. Но будет, значит, он хлопотать с каким-то другом. Вот. И будет разговаривать о вас. В своем доме он содержит интерес к вам. И, вы знаете, он очень сильно переживает. Вот. У него прям, вы знаете, переживания аж такие болезненные, потому что он понял, что он вас любит, и другие дамы его не интересуют. Вот. Ну, сейчас дальше посмотрим. Вот. Бубновая дама у него проигрывается в прошлом. Как-то не хочет он с ней ни жить, ни быть. И как-то уединяется, так скажем. Ну, вот он сразу вышел к нам на разговор. Вот. И сейчас посмотрим, что у него на сердце, что под сердцем. Вот. Давайте посмотрим. На сердце прям вот, вы знаете, у него все тяжело и со всеми хочет поставить точку. Вот как-то хочет уединиться, побыть один, и под сердцем его разговор у него. В голове у него бубновая, значит, хлопоты и бубновая любовь. Вот. На пороге. На пороге у него пустые хлопоты по какому-то другу. Вот, сейчас посмотрим также, что было. Ну, скажу сразу, что было. Была дорога, был интерес, вот. Были хлопоты, и все время какая-то дорога. Были слезы, были переживания. Вот, в данный момент он получает какие-то удары, неприятности, болезнь, хлопоты по ранней дороге. И как бы в крестовом доме он разговаривает с крестовой дамой. Вот, так скажем. Ну вот, вы знаете, что у него будет. У него будет интерес по вашей любви. Также он содержит любовь к вам. И надеется, что будет с вами разговаривать. Вот, и при своем свидании будет разговаривать с каким-то благородным королем. Будет вот ваша карта, ваша любовь, ваш интерес он содержит. И вот свидание его будет с каким-то благородным королем. Вот. То есть это может быть полиция, это может быть военный, это может быть благородный какой-то друг. И также содержит любовь и неприятный разговор. Но все сводится к тому, что бубновая дама вылетела из колоды, ее вообще-то нет. Вот. То есть человек уже стал понимать, что где хорошее, где плохое, трансформируется. Ну и сейчас посмотрим, с чем он останется по диагностике. Ну, друзья от него все уходят. Вот как-то он все один-один. То есть человек по жизни одинокий. И в голове у него одиночество.
В общем-то, он никого не слушает. Вот находится один только. Иногда разговаривает с кем-то, с какими-то молодыми людьми, советуется, но старается уединяться. То есть у человека сильная депрессия, я смотрю, неприятности, потому что ничего в жизни не получается. Вот. И он знает, откуда это прилетело. Бумеранг, так скажем, никто не отменял. Вот. Ну вот смотрите, он содержит какой-то вот интерес, разговор с какой-то дамой. Вот, по дороге к вам. То есть он разговаривает с какой-то дамой. Вот. Ну и также, вы знаете, вот, хочет к вам все-таки поехать. Он содержит надежду на то, что где-то он возьмет денег. Вот, и все-таки как-то к вам проявится. Вот, давайте дальше посмотрим. Хочет с вами встречи. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну и смотрите, в общем-то, вы знаете, он злится на то, что он хочет с вами встретиться в вашем доме. Он содержит интерес к вашему дому. Вот, он содержит дорогу, дорогу железную, хочет приехать. Вот, и в своем доме он собирается ехать к вам. Но получает от этого удар. Все у него идет через удар. То есть никак у него не получается это. То есть... Тут идет пиковый туз. Туз мечей. Вот. Злится, слезы. Вот. И также разговаривает. Свидания, слезы, дороги в своем доме. Он прям очень злится. Он хочет, он содержит надежду на вас, на ваш дом. И вот хочет, и у него это все ничего не получается. И он очень сильно злится. Ему нужны деньги. Вот финансы, которые поют романсы. Нет у него денег. Вот, но надежды только на вас. Вот он понял, что вы его спасение в его жизни. Дальше. Вот сегодня я буду гадать вам. Вы знаете, что я очень люблю сказки. И мы сегодня будем гадать на таро русских сказок. Вот на прекрасной колоде. И вот она прекрасная, такая колода. Тоже у меня давно. Такая вот коробочка классная. Вот. И я сейчас выложу и разложу вам. Помешаю. Вот. И разложу. Так. Ну, давайте сначала сделаем синдификацию человека такого, чтобы вы поняли, на кого вы гадаете, да? Вот. Так. Сейчас я хочу на другой колоде вас посмотреть. Не вас, а его на другой колоде вытащить. Короля, на которого мы будем гадать. Потом уже будем... Таро русских сказок раскладывать, и там будем докладывать по ходу дела другие карты. Итак, давайте посмотрим, кто он, кто к нам придет на расклад. Кто к нам придет на расклад? Высшие силы, покажите нам, кто сегодня к нам придет на расклад. Так, покажите нам, кто к нам сегодня пришел или придет на расклад.
Так, давайте. Итак, кто он? Молодой человек, моложе вас, и в голове он паш кубков, паш любви. К нам пришел сегодня на расклад любеобильный, который хочет движения. У него движение поехать к вам. Вот, кто он еще? Давайте посмотрим. Ну, который находится в тройке отношений, и все-таки он хочет к вам поехать, хочет движения, и чтобы все у него получилось. Также он находится в подвешенном состоянии, вынужденная жертва. Вот. И проходит он трансформацию, то есть хочет поменять свою жизнь. Вот, высшие силы ему послали бумеранг. Вот, лежит он сейчас вот такой вот в отшельниках, как бы лежит и страдает. Страдает. Остановка у него. Вот, остановка действий. Он лежит, и ему очень плохо. Смотрит на жизнь, как бы держит в руке шар жизни своей и хочет к вам приехать. Кто он еще? Человек, который разбил вам сердце. Человек, который знает, что вы по звезде от него очень далеко. Кто он еще? Человек, который положил на ваши отношения разрыв. Был разрыв отношений. Он положил на вас, как бы ушел от вас и тем самым закончил с вами все отношения. И вы от него находитесь далеко. Вот. Тот, который разрушил отношения с вами. Вот. И сейчас у него, вот знаете, идет перемена жизни. Перемена жизни. Он хочет свою жизнь поменять, потому что он жалеет. Потому что он понял, что по силе вы сильная женщина, без которой он не может жить. Без которой он не может жить. И по миру он к вам хочет приехать. Вот кто он. Так. Ну и давайте соберем эти карты. Вот, и сейчас посмотрим, что высшие силы нам про него расскажут. Вот, и по мере возможности будем докладывать еще. Будем докладывать то, что я буду выкладывать. Вот, по картам, что нам расскажут карты. И будем смотреть дальше. Давайте будем смотреть дальше на таро сказок. У нас выходит первая карта туз жезлов. То есть человек, который хочет... Это человек, который хочет к вам приехать также, да? Он хочет движения к вам, в вашу сторону и как бы... Туз жезлов – это надежда. Надежда на начало чего-то нового, на какое-то творчество, да? Вот. Дальше. Смотрите, старшие арканы все выпадают. Вы ему были даны как подарок судьбы. Туз пентаклей. Туз пентаклей нам говорит о том, что он в ожидании. Он в ожидании, и он, вы знаете, он уверенностью, у него идет уверенность, желание того, что он скоро будет богатым. Вот. Но при неуверенных обстоятельствах туз жезлов может также утянуть и на дно. Вот. Ну, как бы вот так вот нам показывают высшие силы. Вот. И сейчас по двойке мечей он находится в тупике. Находится в тупике. Вот. Дальше. Что у него в личной жизни? Что у него в доме?
Вот смотрите, Иван-царевич умирает. То есть ваш молодой человек очень сильно болеет. Там, значит, сидит вот злая колдунья в доме, в его, вот, которая его травит водой, и к нему прибежал на помощь серый волк, который хочет принести ему живую воду, чтобы он ожил. То есть там он замагичен, в этом доме он как мертвый, он не понимает, почему он там находится, потому что там на него делают что-то, что-то делают, и он там вот лежит, видите, как мертвый. Вот, Иван-царевич совсем мертвый. Вот, и серый волк его хочет спасти по русским сказкам, потому что у нас же русские сказки. Вот я вот так вот, чтобы вам было видно. По русским сказкам, значит, у нас вот молодой человек совсем больной. Вот смотрите, в камеру я подношу вам поближе, чтобы вы видели. То есть он очень сильно сейчас болеет, ваш молодой человек. Вот. Дальше нам показывают шестерку кубков. Высшие силы показывают шестерка кубков. Это, вы знаете, высшие силы нам говорят, что все вот это вот прошлое оказывает влияние на настоящее. Вот. То, что у него идет испытание в жизни. Вот. И иногда его спасают прошлое, как вам сказать, он думает о семейных узах. То, что вот прошлое, вот это влияет на настоящее. И вот видите, Алёнушка уносит братца Иванушку по этим картам. То есть он думает о том, что какое-то движение его спасет женщина. Он уже стал понимать, что ему надо уходить вот из этого царства, где он находится. Вот видите, он находится в царстве Бабы-Яги. Здесь ворон сидит, который хочет вырвать ему сердце. А серый волк, вот он такой прибежал, и он дает ему живую воду, чтобы он все-таки ожил и убежал. И убежал к другой женщине, которая его любит, которая ему только делала, ну, в общем-то, спасала его. Вот. И также нам показывают, что он все-таки оживет и станет вот таким вот богатырем. Да, богатырем, который все-таки выйдет из этого колдовства. Вот. И богатырь это он будет принимать решения. Вот такое, чтобы у него было стабильное состояние, защита. И он будет, понимаете, он хочет выйти оттуда, чтобы быть сильным и уйти оттуда, и приехать к вам, и быть вашим защитником. Вот так вот я нам высшие силы показывают. Ну, в прошлом, вы знаете, вот показывает, что вот он в тупике, и к нему пришла какая-то змея, а змея это очень змея Хорея по сказке. Вот. И вот эта змея, она захотела у него отобрать счастье. Вот. И от этой змеи он получил болезнь. В том доме, где он находится, он пошел не по той дороге. Вот эта змея отравила ему всю жизнь. И он с ней борется в этом доме, где он сейчас находится. И все равно же получает глубокие отчаяния, страхи у него. Беда, душевная болезнь. Вот, потому что в его отношения залезла змея Хорея. И в доме у него отобрала счастье. И от этого он болеет и никак не может оттуда вырваться. Вот почему он не может вырваться. Потому что его там замагичили. Ему там что-то наливают, подливают. Может быть, дают какие-то таблетки. Может быть, дают что-то покурить.
или что-то делает, чтобы человек был в состоянии депрессии, состояния нестояния. Также нам показывают высшие силы, что все-таки его выручит его княгиня мечей. Но она, княгиня мечей, нам показывает то, что когда он хочет выйти, ну, когда он выйдет оттуда, он выйдет оттуда, он станет богатырем, он оттуда избавится, убежит. Вот, и показывают нам по русским сказкам, что вот эта богиня, к которой он хочет пойти, она не то, что она женщина очень умная, вот, властная, воительница. Она преодолевает всякие трудности. Вот, ее ум приводит к победе, и он знает, что это вы. Первая карта в колоде – это вы. Он знает, что вы его княгиня мечей, королева мечей, которая поможет ему, как всегда, и выручит его, потому что он находится вот в таком царстве. Но и также нам показывает, что когда-то он сделал вам больно и положил на эти отношения десятку мечей. То есть порвал, ушел не по той дороге, ушел, не выбрав свою любовь. И то, что он вам нанес рану, вот так же он нанес и себе. Потому что вы знаете, что бумеранг возвращается. И то, что как он сделал вам больно, сейчас он ему в три раза больнее от того, что он с вами так поступил. Вот. Но также нам показывают, что выходит карта умеренности. Карта умеренности – это нам говорит о том, что вот молодой человек стоит, видите, я вот так поднесу, молодой человек по сказке, да, стоит и показывает на камень, вот, под лежачий камень вода не течет, вы знаете, да, и, то есть, умеренность – это стабильность, справиться со всеми испытаниями, понимаете? Это умение ждать, терпеть. Умеренность – это окаменелое царство. Но однажды появится тот, кто сумеет пробудить вот это вот царство и вернуть в жизнь там того, кто его дождется. То есть это окаменелое царство. Он сейчас находится в окаменелом царстве. Вот. Но все-таки он выйдет из этого царства. И нам показывает, что нужно время. Вот, и он выйдет оттуда. Но сейчас ему дано терпение. Вот. Высшие силы показывают, что терпение нам показывают. Также нам показывают вот, высшие силы. Крошечка-хаврошечка по сказке, да, которая вот я подношу вам, чтобы вы видели хорошо. Вот, крошечка-хаврошечка, это в русских сказках, это как бы путь между духовным и физическим, самопожертвование. Вот, и испытания у него проходят в жизни. Он сейчас пока в подвешенном состоянии и никак не решит. Никак не решит. Вот. Но вы знаете, высшие силы вот показывают по сказке прялка. Видите, сидит волшебница и придет прялку. Что такое прялка? Вы знаете, это колесо фортуны. Вот в нашей жизни бывает, что колесо фортуны дается только шанс человеку раз, да. И, понимаете, дают ему судьбу удачную. И есть возможность, которая... Эту судьбу можно легко упустить. Можно упустить счастье, награду, везение. Вот. Ведь у нас жизнь проходит как? То вниз, то вверх. И главное не упустить свой шанс, да? Вот. И подсказка карт ему говорит, что... У тебя все в твоих руках. Бери колесо фортуны, поворачивай в другую сторону. Вот,
и как бы иди своей дорогой. Также вот нам показали карту «Сила». Тут стоит женщина, которая воительница, которая будет всегда бороться за свою любовь, за свои права, и которая всегда, вот вы его счастье. Нам показали вот по этой карте, что вы его счастье. Вот, также мы посмотрим сейчас на оракуле, да. Давайте на оракуле посмотрим. Вот, давайте посмотрим еще на оракуле. Я посмотрю вас. То есть его, вашего любимого, вот так нам рассказала сегодня Таро русских сказок, что он проходит испытания, что у него прям вот, вы знаете, все прям такое вот, как бы, испытание в его жизни, и человек очень этот ваш болеет. Вот, ну давайте посмотрим еще на оракуле. Я люблю оракул Луны, и мы сейчас посмотрим все-таки, кто он, что нам покажет оракул, что нам покажет оракул. Покажи нам, кто он. Ну тут прям вообще выпрыгивают карты. Видимо, он переживает там и чувствует, что ментально он вас чувствует, девочки. И если вы о нем думаете, этот человек, он ментально вас чувствует. Покажите нам, пожалуйста, высшие силы по оракулу. Кто он? Кто он? У нас перевернулась карта изобилия. У него идет отсутствие результата действий. Вот, кто он? Да, кто он? Давайте посмотрим, кто он. Что нам оракул подскажет? Ну, сейчас вот он мизантропия, пассизм, духовная пустота у него идет и бездействие. Вот, также вот предки вышли и говорят, что ему надо идти вперед, у него будет жизненная энергия. Предки его подталкивают, но он болеет. Он это дерево, это болезни. Вот, по здоровью он болеет. Вот, где он? Давайте посмотрим, где он. Он в лабиринте, показывают. Поиск нужного пути, поиск себя. С кем он? Давайте посмотрим, с кем он. Но он сейчас, у него преодоление идет. Преодоление, борьба, самоутверждение, попытка преодолеть самого себя. Вот. Что в доме у него? Что у него в доме? Возмездие, обратный удар, ответ на действие. Ну, то есть сейчас ему вот высшие силы его наказывают. Все-таки пришел бумеранг, и у него пришло возмездие. То, что если он на вас плохо говорил, как-то вас обижал, оскорблял, может быть, да, унижал или там ругался с вами, ему дают обратный удар. Что в личной жизни у него? Вот, он хочет брака с вами, хочет соглашение подписать, хочет быть верным вашим партнером. У него идет зависимость от вас, очень сильная зависимость. Вот, его страхи. Страхи то, что его кто-то проклял. С глаз негативное воздействие. Сейчас у него вот такие страхи. Что он думает о вас? Что он, что вы одели маску, и что вы как-то обманываете его, не хотите его видеть. Вот так он как бы думает о вас, что он думает о вас. Давайте еще посмотрим. О вас он думает, что от вас он получил принцип бумеранг, ответный бумеранг. Вот видите, ответный бумеранг он от вас получил. Это он думает. Собирается ли он проявляться к вам? Да, он пишет вам письмо, смс каждый день. Вот. Но как бы все это неизвестно, напишет он или нет. Он собирается, но пока не пишет, потому что может вас обратно же
ну, обманывать, неизвестность, вот, сельсификация, вот, может вас также обманывать, как и обманывал. Вот, у него сейчас идет отвержение, разрыв отношений, расставание. Там, где он находится, он расстается с этим человеком и хочет оттуда уйти. Ему сейчас очень больно. Какое будущее у него, давайте посмотрим. Ну вот смотрите, он как... На него кто-то давит, психологическое давление идет, манипулирование, управление. Им кто-то управляет. Но, видимо, это женщина, где он находится. Она манипулирует им, она им управляет. Вот, и, в общем-то, он хочет вот от нее убежать. Вот. У него наивность, он всем верит. Он такой человек, что он верит. Вот. Все карты переворачиваются. Вот. Хочет стабильности, морального состояния, отсутствия мнительности. Вот. Ну и знаете, вот он сейчас в тупике. Он сидит сейчас там, как вот, знаете, сидит в клетке и ничего не видит в своей жизни. Вот что нам оракул. Ну и вы знаете, он все-таки хочет к вам поехать. Вот смотрите, он хочет поехать, корабль выпадает, путешествие, богатство. То есть он хочет к вам уехать и больше туда не возвращаться, где он находится. Там уже все надоело. Вот. А сейчас пока у него кризис и неприятности. Облака, луна, страхи, вот, обманы. Там кто-то его обманывает. Где он находится, идут обманы, лживость, предательство. И он это знает. Поэтому он хочет по кораблю к вам уехать. Он находится в таких вот отношениях, как будто он ребенок, а там семейка Адамсов. Вот. И он там сходит с ума уже. Он хочет оттуда вырваться. Но его там считают, как будто он ребенок. И по умеренности добровольное воздержание сейчас у него идет. Никаких женщин он не хочет, потому что он болеет. Болеет. Вот. И вот у него идет. Кто-то поставил программу на его бездетность. Вот. И еще у него сейчас идет потеря, которую невозможно осознать. Вот. И отчаяние. Ну, вот эта ведьма, у которой он находится. У него сейчас идет хандра, тоска, скука, уныние, меланхолия. Ваш молодой человек... Ну, хочет подняться вверх. Хочется подняться вверх и выйти оттуда, там, где он находится. И все равно же он сейчас находится в пустоте, ощущение завершения чего-либо, тьма и неизвестность. В общем, болеет ваш молодой человек, находится... В какой-то тьме, вот, где нет ни света, ни тепла, ни радости в жизни. И у него очень все плохо. Вот, так что давайте посмотрим колоду, что нам показал колода. Всадник, он получит... Вести, визит, движение вперед. Он к вам приедет. Вот все его мысли показывают, что вам будет известие. Он вам напишет или позвонит, или внезапно приедет. Будет вести, визит, движение вперед. Ждите. И ваш всадник уже к вам едет. Ваш молодой человек.
Но на этом я заканчиваю мое сегодня вечернее гадание. Вот, желаю вам всего доброго, вот, здоровья. И, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь, поделитесь. Вот, для энергообмена. Не забывайте про обратную связь, мои хорошие. Всего вам доброго. Приходите. Под каждым видео я оставляю свои контакты, куда вы мне можете написать, подписаться на Телеграм, чтобы не потеряться. Вот, и на Дзен-канал. Вот. Ну и всего вам доброго. Удачи!